да, розовый. Народу мало. Мы вышли чуть-чуть прогуляться около дома. Ну, есть гуляют. В основном не молодые. Море, как всегда, прекрасно. Ну, а мы с Робиком спустились кормить кошечек. Да, рыжая с белой. Да, и там белая. На, держи еще им давай. Ну не все, давай, возьми чуть-чуть и давай. Наш личный зоопарк. Вот это беременная кошалька. А, кошка? Да, я вижу, вижу. Вот рыженький что-то чихает. А, это она их разгоняет. Говорит, дайте мне покушать. Да, на. Я белая. Да, дай ей это. Журчит водичка. Это фонтан. Фонтан, да. Кто может так звучать? Как звучать? Неправильно. Попробуй еще раз. Да фиг знает. Так звучит. Играем в бейсбол, так. Эй! Молодец! Браво! Вот это да. Но мне кажется, она не очень устойчивая. Русалка! Русалка! Робик, она сейчас упадет. Ребята все еще не могут успокоиться и делают у меня лего. Так тут какая-то обезьянка с ванной из многих обезьянок. Башня. Так, тут опять заседание. Видимо, по вирусу. Это все на слоне держится, да? У тебя паровозик или эвакуатор? Паровозик, получилось! Получился паровозик, отлично. Давайте суп кушать. Идем? Тут эвакуатор поезд. Это грузовик. А, это грузовик. И паровозик.
А ведет тебя грузовик девочка-инвалид. Супер поезд. Кушай, кушай творог. Показываю тебе какой-то машины. Я вот сделала, значит, домик у меня тут. Один ходит в туалет, другой спит. Девочка принимает ванну. Моя мечта — ванна с окном. Тут, значит, совещание у людей. Так, тут в саду. Видимо, по поводу коронавируса. Кошки тут закрывают. А, глазки закрывает. Закрыть надо, да, унитаз. И ручки надо помыть, да, теперь, когда сходил в туалет. Совещание по поводу коронавируса приняло решение об эвакуации всех животных. Все уже собрались. На качельке хочешь? Ну, вот пока только на таких качельках можно кататься. Так, даже динозавры выжили в нашем доме. Тут тоже все уже собраны. Скоро начнем исход. А мы с Рубиком считаем машины. Машины! О, 4, 3! Так 4 или 3? 4, 3. О, 5! Это 4 как раз, мне кажется. 5 этот. 4. 5. 4. 5. С тобой вот фиг поспоришь. А может, все-таки 4? Там было 3, а это 4. Это 5. Вот так вот. Сказал, так сказал. А будет 6. Да, правильно. Правильно. Черная кошечка. Черная кошечка где? А машину видишь? 9! 9-я машина. Ага. А будет 10. Следующая будет 10. Будем ждать. Будем ждать. Машины! Скорее. Машины! Скорее, машины, ехайте. 10! 10! Ура! Еще почитать. Опять заново? Еще почитать. Это уже третий раз у нас будет. Вот, поехала. 1! А вон еще поехал. 2! Котенок такой. Еще машины поесим. Какой следкий. Надо ждать. Надо ждать, да. Долго ждать. Ого! 3! Ой, как быстро. Недолго нам ждать осталось. У нас тут, можно сказать, оживленная трасса. Высокая башня. Угу, у вас там даже машины в башне участвуют. Вот это! Вот это! Это, по-моему, не клин. Вот это. Ок, ничего себе. Подержись. Держи. Ого. Роберт, мне кажется. Так, 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 у меня. Ой.
там маме в глаз тыкают? Когда сейчас? Кто там в глаз тыкает маме? Вот сейчас, да? Смотри. Очень смешно. Роберт, что делает Роберт? Зубы чистит? Голопопик. Правильно. Два. Четыре. Один, два вместе, это что? Ты такой многофункциональный. И мороженое у тебя, и раскраска. Интересно, ты перепутаешь, как, что брать в рот, а чем рисовать? Нет? Рубик кушает самодельное мороженое. Я его делаю из бананов и кокосового молока. С удовольствием ест. Так, сбор раздельного мусора никто не отменял. Мы вышли вокруг дома прокатиться. Погнали! Вот так вот и гуляем. Вот наши Car2Go стоят. Ездить нам сейчас некуда. Давай подальше от дороги, Зай. Кошечку, да? Отлично. Что она делает? Мяу-мяу сделает? Ой, нога у кошечки отвалилась. Клей срочно обратно. Сейчас. Никого нету. Заказали сушки. Та-дам. Так, давай распаковывать наши ниши. Аверушка, иди поиграй, зайди. Нет, не хочу. А мультики хочешь посмотреть? Не хочу. Давай садись, а выберешь синий. Давай все. Так, тут у нас вот такой сет. Вот такое. И два таких. А, вот это, кстати, по-моему, один сет. И два набора роллов. Сейчас заценим. Это новое для нас суши. Вышло 217. Это с чаевыми. Один раз, один. Соусов. А, так тут скотч. Да, я вижу. Ножницы. Я в шоке. Главное, что обещали за 40 минут, и за 40 минут привезли. Ну а что, будний день у них что-то заказывать?
Вот здесь тоже скотч. Мастера скотча. Кажется, надо помыть руки после упаковки. Наверное. Вообще, это как бы имеет смысл, имеет место жить. А потом будет торт. Кстати, есть клубничный компот. Поздравляю тебя с днем рождения. Наживаю тебя. Здоровья, не болей, ты нам нужен. Здорово. Семья и самое оно. Спасибо большое. Такой комментарий. Я делаю палочки. Ага, я тоже. Я тоже делаю палочки тебе. Я тоже делаю палочки. Держи. Так. Я вот хочу вот эти все. Они на фотографиях они очень прикольные. Ну, так они. О, молодец. О, видите, такие сэндвичи. Интересная вариация. Вот эти попробовала, просто огонь, очень вкусные. Ну, конечно же, какой день рождения без торта. Купила обычный шоколадный и залила его сгущенкой и украсила немножечко клубничкой. Тортик, тортик, тортик. Я тоже хочу тортик. Садись. Кто ж тебе не дает-то? Тебе уже в первую очередь наложили. Давай, садись. Вон, тортик. Садись в кресло свое. Вот он твой кусок. Видишь, мы уже вытащили кусочек. Положила тебе уже, да. Какой тортик. Я вкусный. Яблочный? Клубничный. Нужно с ним какой-то достать. Спасибо. Бон аппетит. Юбиляр. Дорогой юбиляр. Поздравляем тебя с этим знаменательным днем. Тортик не очень. Хочешь расслабиться? Да. Все, пока, мы пошли есть. Саша не может расслабиться. Пока.